Привет, друзья! Наступило сегодня, это значит время изучать Библию. И знаете, мне вспоминается история из книги Царств, где были сыновья священника Илия, которые были люди негодные, они не знали Господа. И картина этих священников, сыновей Илия, она идентична с картиной современного так называемого священства в церкви, так называемого религиозного лидерства, ну, так называемого пасторского состава, руководящего состава церкви. Подобно сыновьям священника Илии, сегодня религиозная элита, религиозная знать – это люди, которые не знают Господа. Это люди совершенно негодные, просто бесстыжие люди, негодные ни на какому доброму делу. Это люди, совершающие негодные, неправедные, нечестивые дела. В чем же эта негодность была людей, сыновей Илии? В том, что они, если вы помните, они, люди приносили жертвы Господу, и нужно было прежде чем, и жертва эта была мирная, отделялась часть священнику, и прежде чем возжигался тук, прежде чем необходимое по закону должно было бы сделано, они забирали мясо себе и требовали: дай нам, не нужно нам вареного мяса, дай нам сырого, на жаркое. То есть они были сугубо эгоистичны и корыстолюбивы. Они использовали религиозную платформу, платформу веры, платформу храма для восполнения своих похотей. То есть корысть там преобладала, корысть была их величайшей фишкой. И как следствие написано, что они спали с женщинами, блудили с женщинами, которые приходили к скине, ну, к Господу, к храму, послужить у храма Господня. То есть они использовали религиозную платформу, платформу храма для восполнения своих похотей, для удовлетворения своих нечестивых похотей. И поразительно, что люди, эти женщины, готовы были себя отдать просто, готовы были отдать себя, чтобы их сексуально эксплуатировали. То есть сегодня люди верующие, они просто как стадо, простите, ну, баранов, которые готовы из-за своего невежества, из-за глупости просто, я не знаю, творить безумные вещи. Вот священник, значит, ну он, ему Бог позволил меня сексуально эксплуатировать. Люди несут деньги, люди дают жизни, люди отдают судьбы, люди теряют семьи, люди жертвуют всем ради вот, ну, как бы какого-то, какой-то религиозной идеи, ради какой-то, каких-то священников, которые просто не знают Господа, просто люди негодные. Сегодня люди творят безумные вещи, не думая вообще, как вот эти женщины, которые отдавали себя просто на религиозной платформе вот священникам, думая, что может быть этим я как-то угождаю Господу. Из-за совершенного невежества делали это. И мы видим, что у священников Илия преобладала корысть просто. И сегодня вот эта вот корысть, она в церкви как заположена, она стала как бы нормальным явлением в церкви. Павел, Петр, Иисус боролись с этим. Иисус говорит: зачем вы дом отца сделали домом торговли? А сегодня церковь стала домом торговли. Сегодня люди, они мутят бизнес церкви. Просто мутят. Знаете, вот мы позавчера разговаривали с другом нашей семьи. Это успешный бизнесмен в Москве, успешный бизнесмен. И он говорил по поводу бизнеса: а что, говорит, тебе? Ты просто давай откроем приход, ты будешь священником. Он ищет все возможности, как сделать бизнес, деньги. Вот все, в любых сферах он сразу пытается исследует и пытается туда сразу же, как бы, ну, где есть возможность, большая маржа, он сразу же это, в этом, ну, участвует. Ищет, у него такой мозг бизнесмена, ну, то есть мышление, он понимает, как, что лучше. Он говорит: слушай, надо просто открыть бизнес, ты станешь батюшкой и сразу же будут деньги. Скажешь, призыв на храм собрать, соберут на храм, а храм — это тире твой дом. Вот, по воскресеньям тебе еду будут бабки готовить, там деньги приносить, все нормально. То есть он понимает, что оно так оно и есть, что религиозная платформа — это хорошая платформа для бизнеса. И сегодня многие пастыри, религиозные лидеры как раз таки это и практикуют. Получают зарплаты большие, отдыхают хорошо, кушают сладко, живут богаче стада. Вообще в Ветхом Завете, храме, там было обеспечение храмового левитского священства. И чтобы просто они не бедствовали, а жили так же, как и народ, кушали нормально. Но даже в Ветхом Завете мы не видим, видим того, что Бог желал роскошества священства, чтобы они жили богато, как сегодня живут современные пастыри. Вот. И сегодня вот эта гнусная корысть, гнусная корысть
Сегодня вот эта гнусная корысть, о которой писал Петр, Павел, постыдная корысть, гнусная, это вообще в церкви, это нормально считается. То есть люди вообще реально делают бизнес, пастыри живут богато, одеваются богато, кушают слаще людей, получают деньги вообще за свою работу, хотя в Библии ты должен даром получив, даром отдавать. И поместные служители, безусловно, они должны были работать, трудясь своими руками, но этого не делают сегодня совершенные поместные религиозные элиты, пастыри вот этой церкви. И корысть просто стала заположенным, стяжательство денег, вымогательство, любостяжание. Из любостяжания будут уловлять души ваши. Об этом всем Новый Завет предупреждал, говорил, что это будет последнее время, но церковь стала домом торговли реально сегодня. Это бизнес просто, вот реально бизнес. Стяжают деньги, десятины, пожертвования, зарплаты получают вообще. Да, настолько прокачивают людей идеями авторитаризма и пастороугодничества, что люди жертвуют пастырям. Дома, бабки, бабульки в Москве отписывают... Отписывают дома, дачи, ну, никого родни нету, пастырям. В Москве даже скромные эти кроткие, как бы с виду баптисты, баптистские там пастырь имеет по нескольку квартир. Его дома, да, дети ему имеют все квартиры. Он имеет таунхаусы, дома. Почему? Потому что бабабки, бабульки вот эти вот. Ну, спать не могут с пастырем, потому что это постыдно, как бы. Они понимают, как женщины при нос в скине. Сыновьям священника Илия, но дома отписывают только в путь, потому что их прокачали. Вот пастыреугодничество такое. Корысть вообще, жесть, как простить за это слово, но корысть стала, стяжательство денег стало в церкви своим вообще. Это дом торговли просто, это дом бизнеса. Поэтому мне бизнесмен говорит: друг, ну давай откроем приход. Все очень просто. Люди не стыдятся стяжать деньги, с YouTube-каналов стяжают, все только можно. Проповеди продают, семинары продают, учения продают, регистрация добровольная, бесплатная, бесплатная, но как бы это добровольное принудительное пожертвование, регистрация платная, ход свободный, но регистрация платная. Вообще стяжают на все деньги вообще, на конференции, на вебинары, на семинары, на все. Благословения, партнерские различные, жертвы завета, высасывают из народа деньги, как только могут. Дом Отца Небесного стал домом торговли, домом обогащения, роскоши религиозных лидеров. Эти вот они подобно священникам Илии, которые корысть свою преследовали. Вот. И дальше, как следствие, похоть сексуальную. Вот и все. Потому что люди негодные, потому что не знают Господа. Я вообще удивляюсь, вы содержите религиозных лидеров, которые просто ничего не делают, неделю готовятся к проповедям, потом едут в какие-то уединения, ищут Господа, он молится часами, всю неделю ищет Господа, молится, постится там как бы, что-то там делает, и вообще не может даже понять простых вещей. Вот живет так вообще, церковь стала конфессиональной структурой, религиозной, которая далека от образца Нового Завета. И он молится годы, ищет Господа, а Господа не знает, потому что человек негодный, не знает Господа, люди негодные. Потому что каждый преследует свою похоть, это немые псы, писая, говорит, которые не могут лаять, эти пастыри, люди бессмысленные, вообще бессмысленные. Годы молитв, годы там конференций, годы богоисканий, но вообще не могут простых вещей об устроении церкви, о положении вещей в церкви понять. Не могут простую вещь понять, что он должен трудиться своими руками, вот, чтобы не поставить преграду благовестию, а не стяжать людей. Не может и не хочет понять. Год это все ищет. Это бессмысленные пастыри, которые каждый смотрит на свою сторону, на свою корысть, так говорит пророк Исаия. Все очень просто. Церковь стала с подачи религиозных лидеров домом торговли, где восполняется корысть, нужда, прихоть и похоть как раз таки религиозных лидеров. А простой народ готов просто приходить. Ну я же к скинии, к храму прихожу, поэтому сексуально эксплуатируйте меня, говорила та женщина, и ради Господа отдавала себя, чтобы на нее там изливали похоть эти сыны Илии. И сегодня вот вы подобны вот в церквях, подобны этим людям, которых сексуально эксплуатируют всяко разно вообще, всякими различными способами. Да, ну я образно говорю, и вы нормально, и все хорошо. Я ради Господа даю свое тело, вот, ну, для сексуальных утех, для сласти религиозного лидера, чтобы ему было хорошо. Религиозные лидеры не знают Господа, и народ вообще совершенно не знает Господа, и безумие творит. Пора перестать вообще кормить этих тунеядцев, этих стяжателей, пусть работают на своих работах, пусть делают бизнес, да, ну то есть...
в домах торговли. Но церковь делать в домах торговли нельзя. Поэтому Иисус умер на кресте, чтобы очистить себе церковь, чтобы она была святая и непорочна пред Ним в любви. Поэтому всем благословений, всем пока. Ребят, время изучать Библию.